HyperCinema A9 – компактный домашний проектор с HD-разрешением. Устройство поставляется в небольшой упаковке и комплектуется кабелем питания, пультом дистанционного управления, проводом с коннекторами HDMI, а также переходником для подключения аналоговых кабелей и инструкций. Прибор выполнен в пластиковом корпусе белой расцветки и по габаритам не превышает размеров 20 на 15 на 7 сантиметров. Весит аппарат около килограмма. С фронтальной стороны традиционно вынесен объектив, над которым разместились регулировочные кольца для наведения на резкость и коррекции трапециидальных искажений. Рядом предусмотрена панель управления с набором кнопок, функциональность которых дополнена комплектным пультом. На заднюю панель корпуса выведен видеовход VGA. На боковой панели разместились два USB-порта, разъем HDMI, аналоговый видеовыход, а также аудиовыход для подключения наушников или внешней акустики. Хорошее подспорье на случай, если вам не хватит громкости встроенного динамика. С тыльной стороны корпуса предусмотрены фиксированные ножки и выдвижная стойка для размещения проектора под углом. Еще здесь есть резьба для установки проектора на штатив, либо монтажа на совместимое потолочное крепление. Что касается вывода изображения, в данном проекторе используется технология LCD. В качестве источника света выступает мощный светодиод, который обеспечивает световой поток до 3500 люмен и имеет ресурс 50 тысяч часов, а параметры контрастности заявлены на уровне 2000 к 1. Собственное разрешение матрицы составляет 1280 на 720 точек. При этом проекционное расстояние при демонстрации изображения может варьироваться от 1 до 4 метров, а максимальная диагональ проекции составляет 120 дюймов. Что касается программных возможностей, HyperCinema A9 оснащен встроенным медиаплеером, который поддерживает популярные расширения видео и аудиоформатов. То есть вы просто можете записать фильмы на внешний накопитель и вставить его в порт USB. И, конечно же, пользователям доступны три типа разъемов для подключения к компьютеру, ноутбуку, приставке или Blu-ray-плееру.